Внимание к этой проблеме. Вот вы сейчас привлекаете внимание общества, да? Да, что там, типа прессы, да? Я вам повторяю еще раз, что ваши действия незаконны. Я даю вам время буквально 30 минут подумать. В противном случае, если вы отказываетесь покинуть данную площадь, мы будем вынуждены вас задержать и доставить в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. 30 секунд мы можем подумать. 30 секунд я вам даю времени, девушка. Какое будущее мероприятие, по вашему мнению, будет проводить? Это законная процедура, вы даете. Я вас уже предупредил. Какое публичное мероприятие мы проводим? В 54-м законе прописаны конкретно. Все у вас ясно расписано. Какое публичное мероприятие мы проводим? В 54-м законе есть вычерпывающий. Забастовка сидящая. Нет такого мероприятия. В 54-м законе это не прописано. Выполнение законного. Я вам уже объяснил, мужчина. Вы не выполняете закон. Вы что, по кому не согласны? Вы, пожалуйста, ребята. Я вам уже объяснил. Ребята, все, я объяснил. Все, задержим. Отказались, все. Задержим, выставляйте. Документы ваши. Вы меня руками не трогаете? Я не трогаю вас руками. Вы тоже выполняйте требования, пожалуйста.